Здравствуйте, и сегодня мы посмотрим, как на Су-152 можно уничтожить мауса с одного выстрела. Нужно, чтобы обязательно был заряжен фугасный снаряд. Целимся в основание башни мауса и стреляем. Снаряд попадает в лоб башни и осколками поражается топливные баки, часть экипажа. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.